Ребята, всем доброе утро. Мы уже, конечно же, позавтракали. Сейчас хочу Миланке написать примерчики. А точнее, примеры уже написала. Милан, тут их не очень много. Давай, ты решишь? 10. Да, 10 примеров. Иди, решай. Так, у нас здесь планы. В каждой тетрадке у нас проекты, проекты и проекты. Нам вот, уже, кстати, выслали еще один вариант. Проекта. Да, Милана, нам ее надо новую завести, уже она такая у тебя вся исписана. У меня есть не призыватель. И что-то опять нам не очень нравится. В общем, мы у нас два варианта, и мы решаем, как и что. Вот сейчас я смотрю, знаете, какие-то новые, ну, проекты, уже готовые дома, в общем, и какие-то варианты, может, какие-то идейки себе поймаю, что нужно как бы добавить в наш проект. Решаем, то ли здесь сделать санузел сауны, то ли как вот у нас, когда заходим с прихожей, и вот здесь вот у нас санузел, сауна, техпомещение здесь, а гардероб здесь. В общем, у нас два варианта, как сделать, и в общем, мы думаем, да. Ладно, Милан, давай, иди, делай. Я со мной закончу, у меня есть тетрадь еще одна, но она без вот этих квадратиков. Так, давай сразу договоримся, Мил. Нет, примеры решают только в тетради, в клетку, в линию, это буквы. Так, Мил, давай сразу договоримся. Если ты мне сейчас здесь начеркаешь, ты будешь все заново переписывать. Устала уже твоих калякуль-малякуль. Раньше очень аккуратно писала, Милан, сейчас посмотрите, что она делает. Посмотрите, даже вот здесь вот писала Милана цифры. Все чисто и аккуратно, посмотрите. Потом Милана, Макс, ты чего делаешь? Максик. Максик. Смешной наш кот. Кстати, кто еще не знает, у Максика есть канал. КТ называется. И ссылочка на канал и вообще на все наши каналы в описании под видео. Там снимаем только Максика на канале КТ. Прикольные какие-то... Руки там у нас есть. Какие-то видео интересные. Небольшие, коротенькие, в общем... Наш смешной Макс. Ну, вот. Ну, посмотри, как Милана, все чисто. И примеры, и просто ты писала. А сейчас посмотри, какая красота. Ну, умница, ты не знаешь, что. Умница, Милан. Помыла волосы, уже немножко накрасилась. И, в общем, сейчас хочу еще посмотреть видео. Именно готовые проекты, где уже, допустим, дома, где люди уже живут. И, может быть, какую-то идейку... себе возьму на заметочку. Хочу посмотреть, где как размещаются санузлы, потому что не можем определиться, как лучше, как будет удобнее. И не можем, знаете, определиться еще с лестницей. Куда нам разместить лестницу? То ли и сделать... Нам вот сейчас предложили второй вариант проекта, где лестница идет, получается, из кухни. Немного нам не нравится. Не то, что немного, не нравится нам это. Нам нравится... когда с гостиной или вот высылали нам из холла. В общем, ну точно не из кухни. Я считаю, что из кухни совершенно как бы ну, не вариант, не лучшая идея. В общем, буду сейчас, пока Милана делает упражнения, посмотрю какие-то видео, может, что-нибудь поймаю. Интересненькая, интересную идею. Потом с Миланой хотим поиграть в Барби. У Миланы очень много Барби. Прям Миланке. Последнее время очень нравится Барби. Ну, а потом пойду делать укладочку себе. Сделаю себе какую-нибудь укладку. Наверное, вытяну просто волосы. Смысл что-то тут выдумывать, крутить волосы, если мы вот не выходим. Хотя у нас на улице солнышко. Не знаю, еще не смотрела температуру. Наверное, градусов 5-6, думаю. Маш, говоришь маме, что это все правильно. Макс лежит, ему вообще все равно. Милана обязательно здесь, но хотя бы нужно накалякать. Нет, это я палки считала. Так, ну, в общем, проверяю примеры. И сразу вижу вот этот неправильный пример, Милан, перерешаешь, ладно? Угу. Так. Я боюсь, что вот этот... Вот этот неправильный пример. Я боюсь, что вот этот тоже неправильный. И вот это тоже неправильно. Остальное все правильно. То есть, Мил, и пиши, пожалуйста, вот видишь, смотри, пиши, как я. То есть, 11 вот так в клеточке, не вылази. А ты пишешь вот так. Так нельзя, Мил.
Старайся вот только в клеточку влазить, в одну клеточку, вот так вот, 11. Чтобы они не вылазили цифры вот так вот, поняла? Это неправильно вот так. Так, иди вот где я поставила галочки, реши примеры. Я могу даже здесь. Давай, решай. Так, подожди, где тут вот это правильно, вот это? Так, 8. Я потеряю его. А, вот, 8 минус 4. Сколько? 8 минус 4? 4. 4. И 4 плюс 1? 5. Ну так, а у тебя 6. Зачеркнули? Вот здесь зачеркивай. Вот мы решаем примеры. Зачеркнули. Аккуратненько зачеркивай, рядом пиши правильный ответ. 5. Ну это почти похоже. Да, только пиши помельче, пожалуйста, цифры. Тогда оно тебе будет помещаться в клетку, а не на две клетки. Хорошо. Поняла? Махуаза, я покажу, как я все делаю. Нет, я не хочу, чтобы ты мне все показывала. Мне реши примеры, где неправильно, где так. Я поставила галочки. 7 плюс 1 плюс 5. Давай. Надо вот здесь попасть. Давай, давай. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас хочу пойти салатик сделать, наверное, чисто такой с овощами, огурчики, помидорчики, болгарский перчик и сметанка. У нас мы вчера подливку делали. Наверное, дня на 3-4 полную сковородку сделали подливки. И только гарнир варить надо будет. Там, может, гречка, может, макароны и салатик на обед. Там еще, кстати, 13? Борщ остался красный. Покажи, подожди. Вот это вот? Да. 8 плюс 5, да. 13. Молодец. Это просто надо быть повнимательнее. Так, и последний пример. Вот этот вот, да, ты неправильно решила. Я вот его решила. Не знаю. Давай. Он элементарный, мил, вообще. 1 плюс 1. И +2. Плюс... Реши. 10 плюс 1 сколько будет? 10 плюс 1 будет 11. 11, правильно. И +1. 12. А почему у тебя 10? Скажи. И аккуратненько, не с размахом. Пишем... Правильный клеточка. Ответ. Сколько я сказала? 12, да? 12, да. Молодец. Все. 4. Макс, где ты? Макс убежал. 4, Милан. Могла бы получить 5. С минусом, конечно. Не надо с минусом. Четкая, твердая четверочка. Я поставлю с минусом, а я сделаю плюсом. Все, Милан, в общем, новую тетрадку с тобой заводим. Ну да, все-таки правда. Ребята, у нас пошел снег. Реально снег. Посмотрите, идет снег. Конец марта и пошел снег. Слушайте, по прогнозу погоды еще после моего дня рождения будет снег в середине апреля. Он выглядывает в окно, тут играется с куколками. Но они не играют, они загорают. И говорит: мама, снег пошел. Я говорю: да ладно, не шути. Мама говорит: снег пошел. Тут куклы загорают, куклы лежат. Куклы загорают здесь, Милана. Загорают куклы, когда снег. И пошел снег, я в шоке, просто в шоке. Ребята, это что такое? Я знаю, что в Сочи, в Анапе очень тепло. Очень тепло, ходят в майках. А у нас, там +20, грубо говоря, а у нас идет снег. Я в шоке. Хотя позавчера было +11, +12. Как так, как? Я хочу солнца, я хочу тепла. Хотеть не вредно. На обед хочу отварить сейчас гречку. А подливка у нас, я уже говорила, есть. Салатик сделаем. В общем, вначале гречку нужно промыть хорошенько. И потом уже... Я промываю всегда раза 3 гречку. И уже потом наливаю воду и ставлю на... Огонь. Так. У нас вот такая вот крышечка. Здесь все. Видите? Крышка 2 в 1. Можно
можно воспользоваться без всяких ситечек. Так, сливаем воду. И так 3 раза делаем. Так. Обожаю гречку. Вика сейчас будет возмущаться, конечно. У нас есть на этот случай борщ, если что. Когда я готовлю воду, я всегда набираю фильтрованную. Вот у нас фильтр. И только из фильтра набираю воду. Когда суп, борщ я ставлю вариться. Вот сейчас я уже промыла гречку и наливаю воду, чтобы поставить на печку варить гречку. И вот набираю уже фильтрованную воду. И пьем тоже воду только с фильтра. Только с фильтра. Так, сейчас надо краны помыть порошочком. Так, достаточно. Баночки вот такие не выкидываю. Помыли хорошо. Нужно вот подирать вот эту бумажку на клеечке. И эти баночки пригодятся. Еще сестра у меня попросила такую баночку. И когда встретимся, отнесу эту баночку, или ей отнесу, или она, когда в гости придет, заберет. В них очень удобно хранить, знаете, орешки, что-нибудь такое. Вот, допустим, вот мы покупаем часто орехи, фундук, миндаль и кешью. Больше всего любим миндаль и кешью. У нас есть такая большая банка, сейчас я вам ее покажу. Вот там вот она стоит, такая она большая, но не всегда берем, там где-то, наверное, около 1 кг орехов нужно, чтобы вот баночку всю заполнить. А здесь, наверное, будет 200 грамм, я так думаю. Это очень удобно. Мы в основном так и берем всегда 0,5 кг где-то так орешков. Я имею в виду там 300 грамм, допустим, кешью, 300 грамм миндаля. И вот можно будет их в разные баночки распределить. Сюда, допустим, кешью, сюда миндаль. Но у нас просто еще одна баночка освобождается. Поэтому одну баночку я оставлю, еще у меня будут 2 баночки. Ну вот, вчера я, кстати, были в магазине, забыла купить орешки. Ну, когда выйдем, то купим орешки, и я в баночке вот эти как раз размещу. Очень удобные баночки, не знаю, пишите, выкидываете такие банки, или я такая Плюшкина, все собираю. Подливка, и отварила уже гречку. Милана, правда, поела борщик, у нас немного борщика оставалось. Кстати, еще осталось, Лика тоже сейчас, наверное, борщик. Да, Лик, борщ? Да. Смотрите, вкусненькая подливочка получилась, с гречечкой, вкусняшка. А Лика сделала салатик. Тут у нас помидорчики, огурчики, перчик болгарский красный и сметанка. Мне кажется, сметаны мало. Ну, мы на сметане. Ты думаешь? Там, посмотри, плавает все. Угу. Ну ладно. Лика, борщ будет. Ой, давай помогу. Смотрим передачу. Заяц, привет. Смотрим передачу, не знаю, как называется, в общем, прямой эфир, обсуждают коронавирус. Да? Да, самая такая популярная тема. Ну, а мы слушаем и кушаем. Всем приятного аппетита. Папа тут проекты все чешет. Я тоже что-то делаю проекты. Ты молодец, ты моя умничка, проекты чертит, заяц, заяц. Так, никто, а мне никто не спас. Никто не хочет. А ты балуешься, меньше балуйся. Никто не хочет чай. Лика мне ее попросила, сделала зеленый чай с жасмином. Да, будет у нас. И мы сейчас будем с такими вот вкусными конфетками. Конфеты тофи и крем. Какао, правильно? Да. И чококота. Давай. Конфеты без консервантов и красителей. Вкусные конфетки. Ликуля, открою вот эти вот. Большие. Большие? Милашка, а вот здесь карамель взрывается. Сейчас открою. Серьезно, карамель? Я хочу такую конфетку. Я тоже. Может, кто чай будет? Еще? Ой. Да. Лика сделает. Я помыла помойку. Угу. Лику, дай мне. Ты открыла? А я не хочу. Одной руку недавно. Ой, подожди. Достань. А что я какая? Я какая? У меня сердечко. Одинаковые. Нет.
У мамы была другая. У меня сердечко, а у Миланки с пузиком. Пузиком. У меня тоже сердечко. Прикол. Ой, правда, они трещат. С воздушной карамелью, да? Угу. Да. Угу. Да-да-да. Угу. Ладно, мы будем пить чай, кушать вкусные конфетки. Шипит? Милаш? Да? Ну, правда. Ой, очень вкусные конфетки. Открой мне еще вот эту, хочу попробовать. Надя, вот эти вкусные, но вот эти вкуснее. Вот эти больше тебе понравились? Ну-ка, сейчас я проверю. Можно водичку? Митя. Я еще хочу вот это попробовать. Иди, эти вкусные конфетки. Ладно, все, мы пьем чай. Всем приятного. Ну, да, вот чаепития. Села я монтировать видео. И, наверное, сейчас себе заварю чаек с лимоном. А, наверное, все-таки мама пойдет спать. Нет, милаш, спать идешь ты, а я буду монтировать видео. А я строю дом. И тоже хочу сегодня пораньше лечь уже отдыхать. Потому что вчера я допоздна. Я вчера, знаете, во сколько легла? В начале 4 утра. Монтировала видео, потом мы тут нам выслали проект новый, и, в общем, мы начали соображать, и начали, досоображались до 4, до половины 4. Вот, поэтому, честно сказать, не выспалась, и сегодня, сейчас 10 часов, я думаю, часик, и уже буду ложиться отдыхать. Ладно, ребята, на этом наш влог подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр, всем до завтра, и всем пока-пока.